В ожидании открытия фестиваля «Соль земли» в арт-фойе кинотеатра «Художественный аншлаг». Посмотреть документальные фильмы, снятые как мастерами, так и начинающими режиссерами, самарцы приходят уже 10-й год подряд. Кинодокументалисты гордятся, этот жанр зародился в России, и первый «Оскар» был вручен именно за документальное кино, снятое в СССР. Фильмы, основанные на реальных событиях, называют летописью и одновременно искусством. Когда ты начинаешь погружаться в документалистику так же, как в игровое кино, ты не замечаешь этого. И герой картины, он становится больше, чем артист, хотя он может быть дирижером или инженером. Ты следишь за ним, ты соучаствуешь, ты плачешь вместе с ним. Это необходимо, смеяться и плакать, это и есть искусство. Полсотни фильмов, семь из которых сняты самарскими режиссерами. Они претендуют на 5 номинаций. На фестивале покажут фильмы о северной ссылке Иосифа Бродского, жителях деревень на берегу Белого моря, обратятся и к истории. Зрители увидят ленту о дипломатической миссии в Японию адмирала Путятина. Фестиваль «Соль земли» на протяжении 10 лет поддерживают городская администрация и почетные граждане Самары и области. По их инициативе совместно с городскими властями в каждой школе появилась своя медиатека. Я думаю, что те люди, которые занимаются культурой профессионально, наверное, согласятся со мной, что мы стали одним из центров документального кинематографа наряду с такими серьезными и крупными городами, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Для нас это тоже большая, конечно же, честь. Конечно, очень приятно всегда, что именно Самарская область здесь, на берегах реки Волги, принимает уникальный фестиваль, который призван сохранить традиции русской культуры, русской духовности и донести эти традиции до самого широкого зрителя. На фестивале пройдут и творческие встречи с именитыми актерами и режиссерами страны. После торжественного открытия на сцену вышел народный артист России Дмитрий Назаров. Я пытаюсь немножко вас разглядеть, понять, кто уже со мной, кого сюда насильно жена привела, посмотреть на повара из кухни. Да. Ваши аплодисменты – это мой бензин. Я сразу начинаю просыпаться, забывать про бессонную. Документальное кино в Самаре будут показывать 2 дня. В кинотеатре «Художественный» ждут всех желающих. Торжественное закрытие фестиваля пройдет в четверг в Театре оперы и балета. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов. События.